Так, дорогие друзья, вы просили, и я делаю. Образец немецкого стиля, созданный, между прочим, в Италии. Стальная улиточка, шлем, салат. Ставь лайк, подписывайся на канал, чтобы ничего не пропустить. Как и любой шлем, подобно покемону, он из чего-то эволюционировал. Предположительно, он эволюционировал из нашего любимого красавчика шлема бацинета. Это более ранее представленный бацинет. Сначала они становились все более закрытыми, потом открытыми, а потом начали отращивать себе металлический хвост. Дальше они начали приобретать более похожие на салат свойства. Во-первых, заимели сначала монолитное забрало, позаимствовав его, скорее всего, у шлема Chapelle de Fer, у которого были глазницы. И также начали появляться именно съемные забрала, точнее, открывающиеся. А хвостик стал более прогрессивно выглядящим, именно таким чешуйчатым, для того, чтобы можно было удобно поднимать голову. А в дальнейшем свой окончательный вид салет приобрел только ближе к концу 15 века, начало 16 века. Он оброс горжетом, хотя горжеты были еще раньше, где-то в середине 15 века. Но именно так он начал обретать стиль, обретая тот самый готический вид. Сначала человек надевал кирасу, кирасе, и, собственно, к голове крепился именно горжет, и дальше одевался шлем, образуя монолитный такой, не знаю, стальной слой брони, который правильно, самое главное, работал за счет этих скреплений. Кстати, интересный факт. Большинство доспехов, многие доспехи именно готического образца были сделаны в Италии. Экспорт был настолько большим, что даже появился у итальянцев отдельный термин для обозначения стиля данного доспеха – «alla tedesca», то есть в немецком стиле. Уважаемые люди одевались именно у итальянских доспешных мастеров. Вот, собственно, к концу 15-го, начала 16 века он приобрел именно такой клевый, брутальный стальной стиль. К сожалению, нету сейчас под него доспехов, но все-таки на ржавку не обращайте внимания, все шлема у нас сейчас пойдут на очистку. Ставь лайк, подписывайся на канал, если тебе интересно про доспехи.